Всем привет, сегодня проходим следующий уровень госпиталь в игре Покемон. Давайте с вами отключим вращение камеры вверх и вниз, чтобы у нас игра была наиболее похожа на Dark Deception. Стартуем. Я могу вращать камеру только влево и вправо теперь. И вы также можете поставить, чтобы не было лишних движений. Смотрите внимательно, только влево и вправо, реально Dark Deception, все. Вверх никак не могу. Еще в игре также нашел баг интересный, что можно, оказывается, от Чарли спрятаться, если мы с вами встанем за кушетку. Так, мне не хочется тратить эту голову. Ладно, убегаем пока. Это прям драгоценная вещь. Нам с вами нужно найти кушетку именно. Ах ты гад. Он как будто сзади. Можем даже эту жизнь потратить просто как тест. Смотрите, ах ты, нет, не та. Допустим, сюда. Поняли приколюху? Вот он стоит. Это же тупик. А давайте всех здесь подождем. Привет. Просто не может ничего сделать. Но, кстати, они друг другу мешаются. Как вам такой прикол? У нас же в игре может быть даже три Чарли. Но разрешат ли они мне сейчас сматываться? Пробуем. Разрешили. Ставим метку. И смотрим, их двое. Смотрите, две стрелочки за мной летит. Но они очень серьезно отстают. В общем, прижимайтесь к кушетке. И вам ничего за это не будет. Это у нас невидимка. Кстати, ну не написали, на сколько времени. Летят ли они за мной? Не ловить меня. В игре как минимум два Чарли. Ах ты, да я постоянно на них нарываюсь. Смотрите. У нас постоянная атака Чарли. Из-за того, что мы были с ними недалеко. Но обязательно прокатывает лишь только с кушетками. Ёкарный обычный. Это третий. Так, если здесь тупик. Ах ты, цепура. Давайте применять. Сейчас поляжет, смотрите. Полягут даже все. Бам, полегли двое. Полиглоты. У нас осталось 170 кристаллов. И еще две жизни. Нужно быстрее-быстрее все собирать. В крайней ситуации используйте кушетку. Так уж специально-то не вставайте постоянно. Этот баг, скорее всего, исправят. Потому что он мега важный для разработчиков. Так, Чарли, все недалеко. Надо все здесь уже побыстрее обобрать. И сматываться быстрее, быстрее, быстрее. Вот кушетка. Но здесь я не знаю, как встать. Так, тоже мини-тупичок. Надо все оббирать. Они же далеко пока. Так, но у меня вены красные у глаз. То есть все Чарли близко. А, как нам убежать-то? Смотрите, прикол. У нас вены красные у глаз. Исчезли все. Так, это жесть была. Там один. Вот как к этой кушетке подходить, не знаю. Она стоит не так, как обычно. Здесь тоже не знаю. Так, он, конечно, пугает. Облетаем. Тут все в кушетках. Спрятались. Ждем, что все здесь собрались. И сколько их здесь вообще? Два или три? Как вам такой прикол? У нас 120 кристаллов осталось. И два Чарли просто рядом со мной. О, их трое. Раз, два, три. Подождите-ка. А если я начну оббегать, меня этот поймает? Давайте рисковать убегать в другую сторону. Все трое. Что? Четверо?
Их четверо, мы сами увидели. Это какая-то жесть. Они не хотят, чтобы мы выигрывали. Их четверо. Я думал, их двое максимум. Потом оказалось, что их трое. А теперь я доказал, что их вообще четверо. Но только с кушетками вы можете выиграть. Уж такую-то толпу. Это просто фантастика. А, то есть они даже близко, они знают какие-то короткие пути? Непонятно. Так, сколько вас здесь? Я два кристалла оставил. Если они умеют окружать, то... Они молодцы, конечно. У нас в игре здесь несколько тупиков. Так, умеете окружать. А может, кушетки специально придуманы для того, чтобы... Спасаться? Так, и где что? 79 кристаллов же осталось всего. Вау. Сапоги-скороходы. Пригодятся. Побыстрее все собрать. Тут кушеток нет. Быстрее, быстрее, быстрее отсюда. Все, конец, конец, конец. Беги ты, дурак. Я за коробку, скорее всего, зацепился. Вот же, на пустом месте проиграл. Не, ну это крах. О, теперь показывают. Кристаллы здесь. 60 кристаллов всего-то осталось. Но потом-то нам надо еще убежать до главной двери. Смотрите, у нас все бонусы почему-то горят. Кто скажет, почему? Все бонусы горят. Так, здесь кушеток нет. Я бы встал. А все, конец. Да, все, конец. Рестарт, прикол. Так, сейчас сматываемся направо. Все разы, которые я начинал прямо или налево, я очень быстро проигрывал. Похоже, они респавнятся именно там. Сапоги-скороходы берем. Да в идеале нужно вообще все кристаллы собрать за раз. Мы можем встать к вешалке. Так, метка. Летают они медленнее, чем я. Мы как будто бы себя загнали в тупик. Но не загнали. Смотрите, он меня может здесь не поймать. Убегаем. Но это мы спаслись только от одного. Ну как так-то? Их в игре аж четверо. Это ж просто перебор. Один здесь, нам бы всех накопить. Вот есть вешалка. Так, понятно, смотримся. Слегка подождали, я думаю, что он не стал облетать. Да все, уже прям почти поймали. Ищем вешалку. Все, новые кристаллы нашли. Видите, даже есть некоторые в коробках. Невидимость. Хорошо. Не видим, сколько невидимы. Курьез. Приближаемся к 100 кристаллам. Я говорю, у меня в игре... Оставалось один раз 4 кристалла, а в другой раз 1 кристалл. Я все равно проиграл.
Потому что здесь очень много врагов. И недостаточно того, что... Так, все, вот так облетаем хитро, смотрите. Иди ко мне, иди ко мне. Надо максимально долго не брать улучшения. Ёкарный обвешен. Просто перед ними взял, yes. Слегли. И убегаем из этой области, они же все здесь явно. Это вообще можно сделать? Да, у нас, конечно, вертит, крутит, это жесть. Ну давай уже быстрей. Мы не видим все улучшения, так. Да надо побольше взять. Смотрите, сколько кристаллов осталось. Уже почти просто 40. Так, все, нам подсказывают. Кристаллы сзади. Или слева. Такое ощущение, что я сейчас забегу в тупик. Да, это тупик. Возвращаемся. Вау. 33 кристалла. А, еще тупик. Такое ощущение, что двери должны открываться. И допустим направо, да? Или нет? Надо прямо. Где, где, где? Сзади, да, вышел? И давайте налево. Ух ты, ясно, нашли. Несколько штучек. Штучный товар. Так, справа, возможно, они. Два, четыре кристалла. Ёкарный обвешен. Какой-то был нереал. Вот кристалл еще. Ну, нашли мы это место. Смотрите, а может здесь все кристаллы? Нет, не все. Еще 4. Так, показывай, где они. Это просто мрак настоящий. Видите, мы бежим по бегунку, но это не то. Это тупик. Нас игра загоняет. Надо какую-то часть здания искать, другую. Видите, да, прикол весь в чем? Вот у нас тоже осталось 4 кристалла. И тут тупик. Да. А может, кстати, дверь открывается? Не, даже не буду проверять. 4 кристалла, прикол. С первой жизни. Да, куда-то нужно убежать. Даже, видите, говорю как-то странно, потому что я прислушиваюсь к ним. Нам нужно убежать в другую часть здания. Так, иди ко мне, иди ко мне. Это только одного обдурили. Нам показывают, что справа где-то. Но это может быть... Ёкарный обвешен. Вот здесь бы, наверное, разбежаться. Давайте вот сюда. Может быть, сейчас куда-то надо вот так убежать. Ищем, ищем, ищем. Опять-таки, они могут обитать именно здесь. Да нет, это тупик. Так, здесь как раз-таки Чарли, видели? Хитрец. А, нам надо как-то оббежать. Нам надо именно туда. Оббежим сейчас его. Да ёкарный бэшн, нереал. Это фантастика. То есть их уже здесь трое было. Вот 4 кристалла. Никак. Мы не можем найти их.
Щит не так помогает, как хотелось бы. Так, ну справа как будто бы. Прикол, и куда? Ага, сразу. Видели приколюху? Сразу же. Хотят, чтобы не собрал. Да, опять 25, это тупик. Все, приплыли. Упираемся в кушетку и ждем. Ну, одного поймали здесь. Второго поймали. Нам желательно поймать четырех. Так, убежать получилось от них. Видите, показывают, что вообще сзади. Вот сейчас четко прям на кристаллы бегу. Но их не вижу. Кристаллы, кристаллы. Три кристалла. А, вот еще четвертый. И куда дальше? Нам показывают выход. Где он? Какая-то дверь является выходной. Мы дошли до конца. Мы молодцы с вами. Вау. To be continued. Продолжение следует. Ура, мы с вами прошли госпиталь, это почти нереально было. Надеюсь, оцените старания лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Это у нас была игра Pokemon. С вами был Топси. Всем пока.